Всем привет! Наконец-то удалось разобраться с одним моментом, который был непонятен с датчиком вот этим инфракрасным дистанционным термометре. Покупался в Китае за 287 рублей с учетом доставки. Заказан 21 августа, пришел он мне когда, сейчас я не вспомню, ну где-то 2-3, около 3 недель был в пути, то есть среднее время доставки. Что понравилось у этого продавца? Это то, что у него на странице указана конкретная модель датчика, самого сенсора и также основные схемы. Ну как схемы? На плате датчика установлен стабилизатор на 3,3 вольта с низким падением напряжения, два конденсатора фильтрующие и два резистора подтягивающие к плюсу питания линии SCL и SDA. Сразу говорю, этот датчик не подходит для измерения точечного объекта. То есть, как я вот делал обзор на дистанционный термометр из Китая, ссылка на его обзор будет в конце видео в рекомендациях. То есть у того термометра очень узкий угол обзора. У этого сенсора, конкретно у этой модели, угол обзора около 90 градусов. То есть он подходит только либо для очень близкого измерения температуры, когда он близко к объекту, либо если объект больших размеров. Учитывайте это при покупке. И сразу скажу, ну есть смысл, не знаю. Вот у этого продавца, который я заказывал LM35, это аналоговый термометр, то есть у этой микросхемки аналоговый выход, 10 мВ на 1 градус Цельсия. То есть очень удобно для простых применений. Так вот, эти термометры, купленные в этом магазине, оказались подделкой. Они не являются датчиком LM35. Открыл спор, надеюсь, деньги вернут. И как всегда, начнем с изучения даташита. Сенсор называется MLX90614. Есть несколько разновидностей, основное отличие которых это угол обзора. Инфракрасный термометр в корпусе ТО-39. То есть такой небольшой металлический. Маленький размер, легко встраивается I2C протокол стандартный. Была только одна сложность, о которой я упомяну попозже. Откалиброван на заводе для широкого диапазона измерений. В повседневном диапазоне измерений от 0 до плюс 50 градусов, ну то есть обычные комнатные. Довольно высокая точность, 0,5 градусов заявленная. Есть вариант для медицинского применения, то есть у него очень узкий температурный диапазон, но и точность там намного выше. Разрешение 0,02 градуса, однозонный и двухзонный, то есть внутри есть один датчик и два датчика. SM-Bus, ну то есть I2C шина. Есть также альтернатива, это PWM выход, то есть шим-сигнал. Его я не разбирал, как работать с ним, я думаю, это не очень удобно. С микроконтроллером проще всего именно по I2C. 3-вольтовые, 5-вольтовые предназначения, ну, понятно, измерение температуры. Также есть функция режима термореле, то есть программируется температура, при которой на одном из его выходов появляется какой-то логический уровень, если, допустим, температура превысила заданное значение. Маркировка. Температурное исполнение, корпус. И вот здесь основная информация. Из того, что представлено на странице продавца, следует, что у меня датчик BAA. Смотрим B 3-вольтовое питание, A Single Zone и A Standard Package. Едем дальше. Подключение линии SCL, SDA, либо выход шим, если запрограммирован. И плюс-минус питание, фильтрующий конденсатор. Общее описание. Точность обычной версии 0,5 градусов, для медицинской версии плюс-минус 0,2 градуса Цельсия. Распиновка самого сенсора, в моем случае он уже стоит на модуле, и из платки выведены подписанные разъемы, точнее контактные площадки под них. Основные электрические параметры: напряжение питания 3 вольта, потребляемый ток до 2 мА, в режиме сна единица микроампер до 5. Есть контроль напряжения питания, ниже которого датчик отключается. Шим, модуляция. Этот режим я рассматривать не буду. С ним я не разбирался, мне он не интересен. По I2C шине тоже все стандартное. Логические уровни, емкость линии. Вот что интересно, это адрес устройства по умолчанию 5А. При необходимости, если используется несколько датчиков на одной шине, то адрес можно изменить. Кстати, в даташите есть довольно много непонятных моментов, поэтому такой он не очень. EEPROM. На борту два вида памяти, EEPROM и RAM. В EEPROM
хранятся основные настройки. Это режимы измерения, адрес устройства, ID-шник его, какой-то номер индивидуальный и прочие режимы. Ввиду того, что не очень понятно описание в даташите, здесь я ничего не изменял. То есть с теми установками, которые идут по умолчанию с завода, с модулем уже можно спокойно работать. При необходимости здесь настраивается адрес устройства, режимы, шим, либо I2C, какие-то температуры и коэффициент эмиссии, или как он называется, то есть коэффициент, который зависит от того, что за материал, на котором мы измеряем температуру, потому что на разных материалах с одной и той же температурой инфракрасный сенсор может показать разные значения. Этот коэффициент эмиссии выставляется от 0,1 до 1. По умолчанию равен 1 и подходит для каких-то неотражающих поверхностей. Далее описание регистров. Контроль шим, конфигурация и прочее. Тоже нет никакого подробного описания, просто вот основные биты, что они означают, там не совсем понятно. Поэтому сюда я лезть не стал. Здесь тоже непонятные буковки, таблицы, ничего не понятно. И второй вид памяти, RAM, с которой мы и работаем, потому что здесь хранятся результаты измерения. Что за Raw Data IR Channel 1? Я не разбирался, не читал этот регистр. Возможно, это какое-то вот текущее измерение, то есть какие-то сырые данные, которые получает сенсор. TA, TObj1, TObj2. Также нет никакого описания, поэтому только интуитивно находить, что это такое. TA – это температура корпуса датчика, то есть окружающего воздуха. А TObj1 и 2 – это уже температура объектов. Температура с двух датчиков, если у вас внутри модуля два датчика. В моем случае один. Поэтому, чтобы получить температуру объекта, на который направлен датчик, я читаю 7-й регистр из памяти RAM. 8-й регистр у меня не меняется. 6-й регистр, если есть необходимость измерить температуру самого датчика, то можно прочитать также, получить это значение. Но основное, с которым работаем, это вот этот 7-й регистр. Далее описание. Режимы сна также не изучал, нет необходимости. Далее идет более подробное описание общения с датчиком по протоколу I2C. Здесь все стандартное. Старт, отправляем slave адрес, потом бит, который обозначает, будем мы читать либо записывать. Ждем ответа от датчика, принял он данные или нет. Затем отправляем данные, ну, например, команду в данном случае. Команда, в которой указывается, какой регистр мы будем читать либо записывать. Опять ждем ответа от датчика. И вот здесь вот написано команда P. Это стоп, но в описании опечатка вот здесь она должна быть. Тут два раза S. Здесь вместо S должна быть буква P. Все стандартное по протоколу I2C, ничего переделывать не надо. Для того, чтобы прочитать значение какого-то регистра, мы отправляем адрес датчика. Бит чтения, затем команду, в которой содержится адрес регистра, который мы будем читать. Делаем команду restart, опять отправляем адрес, бит чтения. Ой, то есть здесь я сказал бит чтения, тут бит записи. Здесь бит чтения и читаем 2 байта данных. Все регистры у нас 16-битные, то есть состоят из 2 байт. Прочитали 2 байта и читаем еще 3 байт, это контрольная сумма. Именно та проблема, с которой я столкнулся и не мог решить пару дней. Вообще планировал попробовать изменить адрес этого модуля на линии. Для этого нужно именно знать, как рассчитывается контрольная сумма. Но потом забросил и, в принципе, разобрался. В ней есть некоторая польза. Если вы хотите что-то записывать в датчик, то рассчитывать контрольную сумму обязательно. Контрольная сумма у нас считается по, как это называется, стандарту, скажем так, CRC8, и имеет вид вот такого полинома. Все настолько просто, что даже объяснять я не буду. Чтобы записать значение в какой-то регистр, указываем адрес устройства, бит записи, команда, сейчас рассмотрим ниже, отправляем 2 байта данных, все регистры у нас 16-битные, и отправляем контрольную сумму. Смотрим дальше. Те самые команды, если мы хотим получить доступ, прочитать, или записать, ну здесь в данном случае только прочитать, память RAM,
то отправляем 3 нуля и далее адрес регистра, который мы хотим прочитать. Хотим записать либо прочитать EEPROM, указываем 001 и адрес регистра. Прочитать флаги. Такое значение. Уйти в сон. Такое значение. Пример общения какой-то. Режимы сна не рассматриваем. Расчет температуры. Температура корпуса окружающего воздуха и температура объекта. Рассчитывается очень просто. Мы получаем из соответствующего регистра 2 байта данных. Это старший и младший. Из них складываем одно число типа integer, 16-битное. Это число мы делим на 50, либо умножаем на 0,02, ну что одно и то же. Получаем готовую температуру в градусах Кельвина. Чтобы перевести в Цельсии, отнимаем 273,15. Получаем температуру в градусах Цельсия. Табличка, которая показывает точность измерения. Внизу показана температура самого датчика окружающей среды. По оси Y показана температура объекта. Видим точность 0,5, 1, 2. Чем выше температура, либо чем ниже, тем больше растет погрешность. Рекомендации по применению. По питанию, по защите, режимы сна. Ну, в общем, ничего интересного. Ответы на частые вопросы. Сенсоры для медицинского применения. Предназначены для работы в температуре окружающей среды от 16 до 40 градусов, то есть комнатная температура, и измеряют температуру от 22 до 40 градусов Цельсия. То есть очень узкий диапазон, но этим обеспечивается его высокая разрешающая способность и точность. И, наконец, диаграммы направленности, скажем так. Для моего датчика BAA вид этой диаграммы имеет вот такой. То есть в этой точке в нуле у нас расположен датчик. И показано, где какая чувствительность, в каком диапазоне. То есть видим минус 45 примерно градусов, где-то 0,5 от максимальной чувствительности. И плюс 45 градусов, то есть 90 градусов получаем угол обзора, что не очень удобно. Другие датчики обладают гораздо меньшим углом и подходят для точечного измерения. Может быть, можно как-то оптическими системами сделать этот угол более узким. Но я с этим экспериментировать не буду. Вот видим двухзонный датчик, то есть у него внутри два сенсора, которые смотрят как бы под углом. В итоге диаграмма получается вот такая. Другие сенсоры с маркировкой оканчиваются на CC. Видим, что от минус 20 до плюс 20, то есть около 40 градусов, обзор довольно узкий. Но есть и более. Тут около 20 градусов. Далее, тут также около 20. И вот индекс CI, где-то около 10 градусов угол обзора. То есть вот эти датчики идеальны для точечного измерения. Не знаю, это медицинский или нет. Схема подключения. Два резистора, конденсатор. Использование вот в режиме термореле. То есть с выхода просто идет сигнал на оптопару, который включает, допустим, нагреватель там или еще что-то. И габаритные размеры.